рамках месячника по благоустройству сотрудники профильного предприятия приводят в надлежащий вид памятники и скульптуры, расположенные на Самарской набережной. Скульптурные композиции, которые у нас есть, они где-то у нас, мы их красим. То есть, если они там покрасочные покрытия, моем, естественно, перед тем, как покрасить. Ну и проводим тоже определенные чистки. Памятнику князю Григорию Засекину, основателю Самары, уделяется особое внимание. Это центральная скульптурная композиция набережной. Монумент тщательно протирают, избавляясь от пыли. Потом покрывают специальным составом, содержащим в том числе масла и парафин. Состав создает защитный слой, позволяет уберечь памятник от новых загрязнений, коррозии, окисления и создает блеск на солнце. Делаем все вручную. Щетки, тряпки, губки, чтобы и памятник сберечь, и эффект лучше достигать. Качество проделанной работы оценили жители города. Мария Касьяненко, заместитель директора по воспитательной работе школы номер 140, рассказывает, что именно сегодня они вместе с учениками пришли к памятнику записать экскурсионный ролик о Самаре. Ухоженный внешний вид монумента оставил приятное впечатление. Наша красивая набережная, приезжают гости, проходят по нашей набережной, и как раз этот видит замечательный памятник. Работа по очистке скульптур, расположенных на Самарской набережной, проводится регулярно. Обязательно в преддверии лета и ко дню города. Галина Топилина, Николай Епифанов. События.